Здравствуйте, это Владимир Жанковский из программы «Покажи, где деньги». Акции Broadwind Energy выросли более чем на 14% по сравнению с последней ценой закрытия, а также с годовым максимумом в $4.14 и поднялись на 15,3% в течение последних 5 торговых сессий. Два аналитика из двух, анализирующих компанию Broadwind, присвоили рекомендацию покупать, в то время как никто из них не присвоил никаких других рекомендаций. Хуже рынка держать и тем более продавать. Broadwind производит колонны ветряных двигателей, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт ветряных турбин. Рост выручки компании за последний год составил почти 29%. С улучшением баланса, который к концу года будет находиться в состоянии чистого профицита наличных средств, мы рекомендуем присмотреться к этому названию.